Всем привет, с вами Айка, и сегодня у нас распаковочка с моего любимого сайта Shein. И в этот раз все вещи чисто мои, я заказала их на флеш-распродаже буквально просто за копейки, за минимальную стоимость. Так, давайте начнем рассматривать. Здесь вот такая вот бандура, как бы не спалить свой адрес. Очень бюджетные цены, сразу вам скажу, хорошие вещи. Я уже открыла, посмотрела, померила, потом все закрыла, чтобы было типа красиво. Вот, и давайте приступим. Первое, что я вам хочу показать, это вот такой костюмчик, который мне очень понравился. Я вообще люблю подобные костюмы. Как говорит мой брат, такое ощущение, что ты проснулась утром и просто в пижаме пошла гулять. Но что-то наподобие этого. Здесь невероятно крутые шорты, которые идеально просто сели на меня. Плюс еще такой цвет. У меня, по-моему, костюмчик был. Да-да-да, у меня есть костюмчик спортивный. Это вот такой рисунок наподобие, тоже розовый. Очень приятный материал. Не просвечивает. Я взяла в размере S. Не прогадала. Села отлично. Шортики не очень короткие. Мне кажется, самое то. Никаких нареканий нету. Все сшито отлично. Единственное, я бы еще добавила здесь кармашки. Их, к сожалению, нету. Но и без них тоже смотрится очень даже ничего. Я надела этот костюмчик, зашла в комнату к маме. И мама говорит, у меня такое ощущение, что приехал твой отец. И начала смеяться, говорит, тебе только не хватает барсетки. Но мне нравится, о вкусах не спорят. Об этом я вам писала и в Инстаграме. Некоторые вещи я немножко вам показывала в Инстаграме. И люди мне пишут, зачем ты покупаешь это все. Ребят, у каждого из нас есть свой вкус. И то, что у нас с вами вкусы отличаются, это даже в какой-то степени круто. Интереснее жить в мире, когда все люди разные, у каждого есть своя какая-то индивидуальность, изюминка и так далее. В общем, этот костюмчик мне обошелся всего $11, учитывая, что здесь и верх, и низ. Всего за $11, мне кажется, просто бесплатно. Почти бесплатно. Ткань очень приятная на ощупь. Здесь пуговицы. То есть здесь не заклепки, а просто обычные пуговицы. В общем, я довольна, могу поставить 10 из 10. Двигаемся дальше. Платье, которое мне понравилось, просто безумно. Вот реально очень приятная на ощупь ткань. Не просвечивает. Настолько легкое платье, прям для лета. Для такой, знаете, ветреной погоды. Как в Баку. Специально взяла длинное платье, потому что эти короткие платья я не могу просто носить. Ветер просто эти платья уносит. Если вы недавно смотрели мой влог, как мы были в ресторане, вы могли заметить там на последнем кадре, что просто юбку задувает. Это очень неудобно, некомфортно, поэтому надо в гардеробе иметь побольше шорт и длинных платьев, чтобы таких казусов не было. Здесь платье очень красивое, в области груди здесь резинка. Самый главный плюс, его можно носить без бюстгальтера, и это абсолютно незаметно. Все швы прострочены просто идеально, смотрится очень женственно. Я даже впервые сказала, что ты спокойно могла бы такое заказать себе тоже. И стоило тоже в районе $10. Но для такого платья, я думаю, это тоже почти бесплатно. Купила тоже со скидкой. Пусть будет в гардеробе, почему нет? Я люблю, когда есть выбор. Открываешь шкаф и думаешь, что же сегодня я надену. Например, на сегодня у тебя 7-8 платьев, которых ты можешь надеть прям сегодня. И такого цветочного принта у меня в гардеробе пока что нету. Поэтому пусть будет, почему нет? Следующая красота, которая мне тоже очень понравилась. Хорошо, что я взяла размер XS, потому что топики всегда мне большие. Вы тоже берите XS, потому что она очень классно тянется. Обалденный материал, стоит $4 или 3, точно не помню. В общем, очень бюджетно, классно сидит на талии. Если вы не хотите, чтобы ваш животик был виден, то это прям для вас. То есть здесь живот не видно, если носить брюки на высокой посадке. Ничего лишнего, очень утонченно, нежно, подчеркивает вашу фигуру. В общем, сплошные плюсы. Единственная вот эта вот штука немножко по-другому смотрится. То есть на фотографии смотрелась немножко побольше эта штука. В жизни как-то странно, но ее можно вырезать, если что. Хотя нет, наверное, оставлю. Но посмотрим. В дальнейшем уже во влогах вы будете видеть, оставила я с этой штукой или избавилась от нее. Кое-что я взяла также на осень, потому что сейчас август, получается сентябрь, октябрь еще можно бы ходить в летних вещах, потому что я живу в Баку, у нас тепло и все дела. И холода у нас плюс-минус начинаются где-то с ноября, поэтому время пока что есть, но все-таки решила заказать. Потому что был на скидке, правильно, $4, почему нет? Это вот такая кофта интересная. Здесь
вот такие вставочки. Смотрится очень даже неплохо. Интересно смотрится, скажу вам. Как будто снизу у вас одета еще какая-то кофта. Плюс еще здесь вот такие выточки. Сборочки можно так немножко собрать и сделать кофточку покороче. Но мне кажется, даже не надо, можно просто завязать на бантики эти штуки и все, ходить себе. Тоже материал обалденный, сидит прям облегающий. Размерчик сейчас вам скажу, по-моему, это XS я заказывала. Здесь не написано размера. Ну, в общем, смотрите там по отзывам. Обычно отзывы очень даже правдивые. Если там все пишут, что больше мерят, то берите на размер меньше. Я всегда сомневаюсь между XS и S. И у этого платья не было ни одного отзыва, поэтому, к сожалению, я промахнулась немножко с размером. Так получилось, что я заказала S, ну чуть-чуть мне большеват. Бюстгальтером смотрится более-менее нормально, обязательно надо погладить. Но это платье такой универсальной длины, на рост 1,65 м, 1,68 м, прям будет идеально. То есть не супер коротко и не супер длинно. Достаточно, знаете, большой S. Это действительно S или мне перепутали и положили что-то другое? Вот мне интересно. Почему здесь нету бирочки? Вот откуда мне понять, какой это размер? Это S! Прикиньте, это S. Вот такой огромный, это S. Надо было брать XS. Чуть-чуть большевато, но в принципе носить можно и так. Ага, мы с 2 дня назад заняли. Ура! Скоро приедет моя третья кнопка. Я так давно мечтаю о третьей кнопке и сделать фотографию для своего инстаграма с тремя кнопками. Правда, одна для мамочки, но все же очень приятно. Почему-то эта кнопка шла дольше всех. Почему так произошло, я так и не поняла. Я даже в какой-то момент начала переживать, даже перезванивала им, уточняла, где же моя кнопка, но самое главное, все пришло. Так, на чем мы остановились? На этом платье. Здесь есть подкладка. Я люблю, когда она есть, потому что некоторые платья просвечивают, это смотрится просто ужасно. Я могу носить что-то короткое, но когда вещь просвечивает, мне максимально неудобно, некомфортно в этом платье, поэтому это огромный плюс, девочки. Но это еще не все. Когда я делала заказ, я его делала неделю где-то назад, когда уезжала в деревню. И вот тогда я советовалась с вами, все вещи я выставляла в Instagram и ставила опросник, как вы думаете, стоит брать или нет. И вот эту вещь все проголосовали, что брать не стоит. То есть где-то 80% моих зрителей проголосовали, что не бери. Но я все-таки решила взять, потому что подобные платья мне очень нравятся, они такие легкие. И самое главное, когда ветреная погода, ничего не задувает, платье длинное, швы все ровные, обязательно надо погладить. Не могу сказать, что очень плотная ткань, мне кажется, в какой-то степени будет просвечивать, но я уже надела его один раз, и в принципе терпимо, неплохо. Даже сегодня хочу надеть это платье, смотрится безумно женственно, красиво, нежно. Я заценила. Размерчик у меня, по-моему, S. Вот что мне не нравится на Shein, вот этот S и вот этот, сравнить их, это просто небо и земля, такое ощущение, что это L, а это XS. Почему так сильно различаются одни и те же размеры, я не знаю, честно. Ну вот такое вот платье у меня. Самое главное, для лета это просто идеальный вариант, очень утонченно, нежно, подчеркивает фигуру, кажется тонкая такая талия. Я просто девочка-девочка в этом платье, все никак не схожу, не куплю себе нормальные каблуки, чтобы носить эти платья. И лето тоже уже заканчивается, я все никак не соберусь и не куплю. И последнее, по-моему, что... Да, и последнее это опять кое-что на осень. Ну как на осень, где-то в октябре, наверное, носить буду. Опять же, в Инстаграме вам показывала уже, покажу еще раз. Вот такая кофточка бежевого цвета с открытыми плечиками немножко. И немножко здесь видно животик. В принципе, неплохой материал, мне все нравится, носить буду, смотрится классно. В общем, если вот так вот подытожить, то есть заказом я осталась довольна. Вещи действительно хорошие и самое главное, супер бюджетные. Я их купила, вот, например, вот эту штуку я купила всего за 4 доллара или 3 доллара вообще, точно не помню. Там было, короче, очень много платьев по 5 долларов. Это была флеш-распродажа, там очень много всего интересного, девочки. Но там надо быть аккуратнее, быстрее делать заказ, потому что эти вещи очень быстро заканчиваются. И если вы что-то там выбрали, пока вы кинете в корзину, пока вы посидите, подумайте, этой вещи может просто в корзине уже не оказаться. Там просто ограниченное количество вещей, и там стоит таймер. Вещи потихоньку заканчиваются, поэтому будьте аккуратнее.
ней и очень оперативные. Я уже давно не хожу по магазинам, меня устраивает такой формат покупок, вещей уже дофига, и у меня такое ощущение, когда я буду выходить замуж, мне просто нужно будет пригнать какой-то КамАЗ внизу, чтобы все эти вещи вывести из квартиры. Еще плюс с собой как приданное взять, например, 4 шкафа огромных. А пока что мы с вами копим одежду. На этом все, мои хорошие. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.